Руководство Брянской филармонии понимает, что время сейчас сложное, но, с другой стороны, нам песня «Строить и жить» помогает, а потому шоу должно продолжаться. Встречайте! Группа «Арт-класс» Светлана Зайцева, Павел Танки, Елена Марцева. Солисты филармонии Любовь Нестерова, Илья Сельцов, Надежда Настрачева, Дарья Кудринская, Ирина Горбачева, концертмейстер Александр Стрекалов. Полный зал продолжал встречать уже знакомые музыкальные коллективы: «Виа Стажары», ансамбль музыкальных инструментов «Надея», ансамбль народной музыки «Ватага». Правда, в новом сезоне зрителей ждут сюрпризы. Дело в том, что в филармонии задумали дать возможность проявить себя новым вокальным талантам. Каждый человек может подать заявку для начала. Да, мы рассматриваем сначала онлайн-заявки, смотрим по тем качествам, которые у человека есть уже на данный момент, смотрим какую-то перспективу. Конечно, образование приветствуется, но бывает же и самородки. У нас такая профессия, где человек может быть от природы одарен. Помимо вокального кастинга, в филармонии традиция проведения сборных концертов, на которые будут приглашать и коллег из других музыкальных коллективов. У нас проходит программа с ансамблем Донецкой филармонии «Околица». Великолепный коллектив. Они 2 недели уже в Брянской области, объездили практически все районы. Вот сегодня, конечно, концерт, они тоже будут участвовать. Вот такой был тур. Симфонический оркестр у нас губернаторский гастролирует успешно. Новый 78-й концертный сезон обещает пройти в теплой музыкальной атмосфере. Ведь в здании на набережной почти завершен капитальный ремонт. Полностью обновлена кровля, которая не ремонтировалась с момента постройки здания филармонии. Так что зритель получит музыкальные подарки в более комфортных условиях. Алексей Есипенко, Анатолий Чекрыгин, «События Брянск».